этом зале уж точно нет равнодушных людей. И неважно, кто ты по статусу, чиновник или рабочий, студент или пенсионер. Все, кто пришел на юбилей фонда «Ванечка», друзья и бессменные помощники детей, борющихся с онкозаболеваниями. От имени губернатора области фонд «Ванечка» с юбилеем поздравил Александр Коробко. Помогая детям, мы улучшаем вообще мир на нашей земле, мы улучшаем мир нашей области, мы улучшаем мир в наших городах и поселках. Мы иногда бежим, торопимся и иногда забываем обратить внимание на тех, кто живет рядом с нами. А очень часто бывает о том, что мало надо человеку. Человеку надо в первую очередь внимание, любовь, уважение и поддержка. Ирина Николаевна, дай Бог здоровья всем нашим деткам, дай Бог здоровья вам, нашим волонтерам. И в лице правительства Брянской области вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Сам фонд образовался благодаря одному человеку – Ирине Цыганковой. Испытав на себе все тяготы борьбы с онкологией, она не утратила силу духа и в память о своем сыне Ванечке Мясникович создала фонд помощи больным детям. Человек, вы замечательный, искренне вам говорю. Пусть же за неравнодушие вас Господь вознаградит. Пусть все доброе и лучшее к вам исполнится, спешит. Кирилл Онишкин в свои 5 лет уже понимает цену сказанным словам. Мальчик – один из подопечных фонда. Он помогает людям, чтобы все не болели, чтобы все были здоровы. Я пожелаю, чтобы никто не болел, чтобы все были счастливы и чтобы не было неприятностей. В этот день на сцену поднялся Ваня Лешков с родителями и братом. Долгие годы он боролся с онкологией, и фонд «Ванечка» постоянно был рядом. Ирина Николаевна, спасибо вам большое за то, что вы есть. Огромное спасибо вашему фонду. Хочу пожелать в такой большой праздник всем веры, надежды и огромного-огромного терпения. И, естественно, здоровье. Артем Симкин также в числе победителей тяжелой болезни. Мальчик пережил 12 блоков химиотерапии. Большое спасибо Ирине Николаевне, в первую очередь, всему персоналу фонда «Ванечка», который не дает людям замкнуться в себе, потому что это горе и такое заболевание переносить, скажем так, замкнувшись, очень тяжело. И вот фонд «Ванечка» дает ту отдушину, которая дает толчок к выздоровлению. За 5 лет фонд вместе с благотворителями из разных уголков области собрал 12 миллионов рублей. Эти средства пошли на лечение, реабилитацию детей, покупку важных лекарственных препаратов, обследования. Все эти годы фонд «Ванечка» поддерживает Брянская епархия. В день юбилея Ирине Цыганковой вручили архиерейскую грамоту и главную награду Брянской епархии – медаль преподобного благоверного князя Олега Брянского первой степени. Болезнь, к сожалению, ныне очень распространенная и требующая для деток, которые страдают этой болезнью, и для родителей этих деточек особой заботы. Поэтому то, что делает фонд «Ванечка», это, конечно же, необходимо, это очень важно и трудно недооценить вот этот труд, который совершают Ирина Николаевна и сотрудники этого фонда. Совсем недавно фонд «Ванечка» получил признание в Москве на конкурсе благотворительных проектов «Золотой кот». Из 88 некоммерческих организаций он стал 6-м. На этот конкурс фонд представил большой марафон добра, который проходил в Стародубе. В канун Нового года жители Стародуба и творческие коллективы области собрали более 370 тысяч рублей в пользу больных детей. Мы были приятно удивлены. Для нас, конечно, это вот и стимул, и дополнительно еще старт к тому, что мы будем дальше работать. Работа благотворительного фонда была бы неподъемной без волонтеров. Бескорыстно помогать детям, их семьям, с каждым годом стремится все больше молодежи. Протягивая руку другому, ты понимаешь, а кто ты сам? Чего еще вообще в жизни, где ты увидишь вот эти улыбки? Наверное, только здесь и можно увидеть всю эту искренность, доброту настоящую, чего, наверное, может быть, уже не хватает в окружающем мире. Много лет с фондом «Ванечка» сотрудничает и Брянский кооперативный техникум. В день юбилея предприятия Брянского облпотребсоюза предоставили угощение для всех гостей праздника. Я хотела бы вот поблагодарить все наши организации РАЙПО, Суземский хлебокомбинат, Брасовская РАЙПО, Жуковская РАЙПО,
райпо, потому что люди действительно постарались, чтобы самое свежее, самое вкусное сегодня вот было в качестве угощения. Ну и, конечно, мне хотелось бы поздравить фонд «Ванечка» с их юбилеем и пожелать им вот такой плодотворной работы. Но пусть работы у них будет поменьше, пусть наши детки будут здоровыми. Трудно выразить какие-то чувства, потому что вот только слова благодарности ко всем. От уважения, от того, что они делают, от того, что кто как может, помогает. И, наверное, восхищение в сторону вот всех, кто сидит сегодня в зале. Спасибо фонду «Ванечка». С праздником! Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, фонда «Ванечка». Александра Седачева, Максим Кузнецов. События, Брянск.